Всем привет! Мне сегодня отдали фаленопсис. Вот такой вот лапушка бедненький. Он никому не нужен оказался. Требует пересадки. Субстрат вообще разложился. Запах идет. Такой, знаете, вот болотце. Ну что, естественно, я должна его как-то пересадить, сделать ему лучше. Давайте это сделаем вместе. Я подготовила субстрат. Ну, собственно, даже я его не готовила, он у меня всегда на готове. Потому что орхидеи это уже, ну, вот жизнь моя какая-то, часть жизни. Вот. Какие-то вот горшки разные по размеру, еще горшок, у меня там жил фаленопсис, который я пересадила на блок, там мучился, но в принципе кора там нормальная, я не стала ничего доставать, вот как было, так и есть, но еще не знаю результаты, что там будет с корнями, как и что, вот оно. Ну, вот оно черное все. Вот он. Нет, там какие-то вот корешки есть, конечно. Но в основном они какие-то вот сухие, черные, засушенные. Ну, сейчас посмотрим. Итак, при рассмотрении вот изнанки, здесь я увидела живые корешочки. Ну, сейчас я буду кромсать горшок, потому что каждый корешочек, каждый живой сегмент корешка мне очень важен. Кромсаем. Кромсаем, кромсаем. Потихонечку я торопиться не буду. Наверное, отключу камеру, поскольку это, ну, займет какое-то время. И вот посмотрите, вот уже что-то там у нас есть, корешочки. Ну, сейчас все покажу. Вот посмотрите, насколько живучая орхидея. Она вот как росла в горшке, так и растет. И еще практически ни одного гнилого корня. Хотя запах от субстрата очень сильный. Ну, неприятный, скажем так. Продолжаем. Сейчас все сделаем. Сейчас будет все в лучшем виде. Замочу. Сначала отмою корни. Затем замочу в препарате «Стимул». Я подсмотрела этот препарат на канале Орхиведа. Вот за что огромное спасибо. На самом деле препарат работает, корни начинают расти. Вот. И вот с этой орхидейкой проделаю то же самое. Капну и пинчика ей. Ну и дальше будем смотреть по ситуации. Ну вот она постояла немножечко, сейчас отдыхает. Я поражаюсь выносливости фаленопсисов. Ну, посмотрите, вот субстрат был просто вот, ну, как болотце какое-то. Я приняла решение посадить ее в закрытую систему. Почему? Ну, влажный был субстрат, и, наверное, ей влага понравится, которую я предоставлю. Буду надеяться, что я сделала правильный выбор и правильно поняла конкретно эту орхидею. Потому что некоторым орхидеям, ну вот наотрез не нравится закрытая система. Посмотрим, что у меня получится. Ребят, пожелайте удачи.
Сейчас я ее посажу. Ну, наверное, ну, все уже знают, как сажать в эту закрытую систему. Сначала керамзит, потом мох, потом кора. Ничего сложного. Уже покажу готовый вариант. И вместе с вами будем наблюдать, как моя орхидея будет расти. А может быть и не будет. Может быть, она на меня обидится. Не знаю, посмотрим. Я надеюсь всегда на лучшее. Ну вот моя лапочка пересажена. Девочка моя хорошая, расти. Я буду тебя любить. Назову красоткой. Я знаю, что ты красотка. Будешь самая красивая и любимая. Вот такая у меня пересадка, ребят. И пока. Thank you.